Сащенко, я являюсь программистом онлайн-игрового гейминга, также я куратор направления разработка программного обучения в Академии ША. Это все, что хотел я сказать о себе. Теперь мы поговорим о том, что же говорят эксперты о этом вопросе, потому что вопрос достаточно такой интересный, и кажется, что некоторые люди создали такой ареал как бы неизвестности программирования, потому что туда могут попасть только избранные, которые хорошо учили в школе математику, а возможно физику. Я считаю, что это не совсем правильно, просто наши технические вузы и вузы, которые подготавливают этих специалистов, собственно, имеют на входе тестирование по этим двум направлениям, поэтому, возможно, поэтому сложилось такое впечатление, что программисту нужно обязательно знать математику. Итак, к экспертам. Первый у нас эксперт — это Дмитрий Исайкин, он руководитель команды C++ в Mail.ru Group, и он считает, что на текущий момент он не нуждается в математике как таковой, хотя его работа достаточно серьезная, он разрабатывает систему, которая работает 24/7, и не должна давать сбоев. Эта система пользуется миллионами людей, и у вас тоже, возможно, есть почта на Mail.ru, или вы нервничаете, когда она не грузится или работает медленно. Вот этот человек должен заставить почту работать быстро, и чтобы пользователи не волновались и не расстраивались, когда заходили на свою почту. Вот. Его слова таковы. Теперь у меня достаточно знаний основ теории алгоритмов, алгоритмические сложности, и для него главное надежный, поддерживаемый, расширяемый, быстрый код. Скажем так, математика и алгоритмы, конечно, связаны, но это немножко другие, разные области. Поэтому вот Дмитрий Исайкин выделил для себя алгоритмы, теорию алгоритмов. И что очень главное, это поддерживаемый, расширяемый и надежный код. Зачастую бывает так, что программисты, хорошие программисты пишут хороший код. Что значит хороший код? Это значит, чтобы человек, который не работал в этой компании, за короткие сроки мог очень быстро разобраться с архитектурой этого проекта, мог достаточно быстро вникнуть в суть и, собственно, влиться в работу, начать работать. Вот. Зачастую бывает так, что хорошие математики, да, пишут очень сложный код. Почему? Потому что для них он кажется достаточно простой. А людям со стороны, с других проектов, он выглядит запутанным, непонятным, потому что подготовка у них немножко другая. И теперь как бы является правилом писать поддерживаемый и понятный код и избегать каких-то неявных возможностей языка, которые не слишком освещены там, в книжках по программированию, в каких-то обучающих материалах. Далее, эксперт Илья Андреев, он является руководителем отдела образования в компании 1С. И он говорит, что программирование, на его взгляд, это алгоритмическое мышление. Также он выделяет тот факт, что зачастую бывает так, что не всегда люди, которые разбираются в математике, начинают хорошо разбираться в программировании. У меня очень много таких примеров из своей студенческой жизни, когда люди очень хорошо знали математику, очень хорошо сдали тесты, но почему-то у них как-то не сложилось программирование. А в программировании, как говорит Илья Андреев, я его полностью поддерживаю, главное — алгоритмическое мышление, и тут человеку, который хочет попасть в IT, хочет стать программистом, ему нужно развиваться в этом направлении, то есть как-то пытаться разбивать свои действия на какие-то алгоритмы, строить какие-то логические цепочки. Для чего? Машине нужно, для того, чтобы она выполняла какой-то код, да, вы должны его написать, используя какой-то язык программирования.
Но язык программирования — это хорошо, это, собственно, всего лишь интерфейс взаимодействия с машиной. А вам же нужно с помощью машины решить какую-то прикладную задачу. То есть, ну, писать код ради кода — это, конечно, хорошо, но это неприменимо вообще в индустрии. Вам за это не будут платить деньги. Вам будут платить деньги за то, что вы решаете какую-то конкретную задачу. Вот, на мой взгляд, в программировании важно умение решать задачи. Не знание математики, а умение решать задачи. И эти задачи не математические, они прикладные. Вам нужно по шифрованному каналу передать данные вашему клиенту, да? Ну, тут, как бы я сказал слово «шифрованный», тут сразу всплывает у кого-то теория кодирования, какие-то алгоритмы, кодирование с открытым, закрытым ключом и так далее. Но это уже все реализовано. Вы можете пользоваться инструментами, вы можете пользоваться технологиями, и вам не нужно будет изучать всю теорию кодирования со всеми алгоритмами и так далее. Вам нужно всего лишь написать одну функцию, отдать на вход свои данные, на выходе получить закодированные, отправить их через такую же функцию на компьютер клиента. Он получит эти данные, с помощью другой функции их расшифрует и увидит их у себя на компьютере. Это конкретная прикладная задача, и, казалось бы, здесь есть немножко математики. Но когда вы ее решаете, вы не решите ни одного уравнения, вы не решите ни одного интеграла, не сделаете там интерполяции, аппроксимации, не вспомните численные методы. Вы всего лишь воспользуетесь готовыми функциями, готовыми технологиями. Перейдем к следующему эксперту. Это Антон Самохвалов, программист компании Яндекс. И, собственно, немножко я вам рассказал о том, что с компьютером нужно говорить на его языке, и здесь математика не важна, и Антон Самохвалов говорит эти слова, и для того, чтобы объяснить компьютеру математику, не нужно знать. Надо знать язык программирования, собственно, и уметь им пользоваться. То есть есть мнение экспертов, они говорят, что математика отчасти важна, но текущие представления индустрии не требуют каких-то особых знаний. Возможно, в прошлом, когда компьютеры и программирование было каким-то уделом гиков, тогда почему важна была математика? Потому что программирование развивалось в каких-то математических институтах, в каких-то научно-исследовательских лабораториях, где работали ученые. Собственно, для ученого математика очень важна, потому что он проводит какие-то исследования, решает какие-то серьезные задачи. Но в индустрии IT это неприменимо, за это не платят деньги. Также вот этот вопрос по поводу, нужна ли математика программисту, он перешел в разряд холиварного. Да? Люди, которые как бы хотят показать свою какую-то элитность, что ли, говорят, что математика важна, и программирование без математики вообще никак. Возможно, им просто сложно понять, что те годы, которые они потратили на математику, они в большинстве своем прошли зря. Потому что на текущем месте работы они всем этим мат-аппаратом не пользуются. Я не говорю, что вся математика не важна, которую они учили, но большая ее часть. Во всяком случае, в моем случае вот так вот произошло. И миллионы пользователей сразились в битве, что же, нужна математика или не нужна математика. И статистика сайта для программистов Хабр показывает, что большинство людей согласны в том, что в своей повседневной работе они не используют математику. Можно сделать вывод из этого, что на текущий момент математика как наука для программистов имеет, она, конечно, важна, да, вспомню там преподавателей из университета, из школы и так далее, но для программирования она неприменима. Для
каких-то областей, конечно же, применимо, если вы будете разрабатывать свои алгоритмы шифрования, то есть у вас там будет какая-то своя научно-исследовательская лаборатория, которая будет продавать свои результаты работы каким-то компаниям. Да, тогда, возможно, нужна. Но если мы поговорим о индустрии в целом, то вот этот вот сектор, где кому-то нужна математика, он достаточно узкий. Что же нужно программисту на текущий момент? И вывод. Ну, вывод какой мы можем сделать вначале? Математика упрощает вход в программирование, но не является обязательным требованием для изучения программирования. А что же тогда важно программисту? Программисту нужно знать и уметь строить алгоритмы. То есть здесь важно логическое мышление. Вам нужно последовательно мыслить. Машины любят порядок. То есть вы должны в каком-то порядке писать какие-то инструкции, и машина будет это делать. Вам нужно уметь дробить какие-то действия, которые вам достаточно просты. Например, как объяснить роботу, чтобы он там подъехал, взял бутылку и налил это. Как объяснить? Это все, ну, для вас все очень просто. Да? Подошел я к бутылке, взял ее и налил. А у робота это все сложнее. Нужно поуправлять его двигателями, да? Потом какими-то другими двигателями, что вытянулось в его руках. Потом еще чем-то, сенсорами, когда мы подъехали к бутылочке, сжались пальчики. Ну и далее повернуть на какой-то угол. Ну, это кажется просто, вы такие, да, это же вообще просто. Но практика показывает, что большинство людей, которые приходят, им сложно дробить свои действия на такие понятные вещи для того, чтобы их потом программировать. Хорошо. Следующее, что также важно, знать основы языка программирования. Языков программирования на текущий момент существует очень много. И у каждого стоял выбор, а какой же язык лучше? И, наверное, тоже много людей стерло пальцы, печатая это в Гугле. Другие стерли пальцы, когда печатали, что этот язык лучше. Другие говорили, что нет, этот лучше. А на самом деле нет лучшего языка. Они все хорошие, они все решают свою задачу, они все находятся в своей нише, и это главное. Вы должны не выбрать язык, да, вы должны выбрать направление, в котором хотите двигаться, а после этого выбрать язык, который распространен в этом направлении. Если вы выберете язык программирования, который как бы очень хорош, да, его все хвалят, но на текущий момент на нашем рынке он не востребован. Ну, то есть вы выберете какой-нибудь там Erlang или Haskell, да, это хорошие языки для веб-программирования, но вакансий на них очень мало. И туда обычно требуются какие-то серьезные ребята с большим опытом работы. И когда вы хотите только туда попасть, ну, вас, скорее всего, не возьмут. Даже не скорее всего, 99,9%, если вы не какой-нибудь вундеркинд и уникальный экземпляр. Поэтому, когда вы выбрали направление, куда вы хотите двигаться, вам нужно зайти на сайт для поиска работы и вбить, собственно, веб-программирование или там веб-программист, или мобильный разработчик, и посмотреть, какие технологии требуют компании, и двигаться в этих технологиях, ну, выбрать какую-то большую группу. Вот, и двигаться в изучении этих технологий. Ну и, собственно, здесь третий момент – это выбрать технологии. Это, конечно, все очень утрировано, да, там больше принципов, которые нужно знать программисту, но я выделил три для простоты. Где же взять эти знания? Мы с вами выяснили, что надо как-то их получить, да, выбрали, какие знания нужно получить. Где же взять эти знания? Ну, вначале, на первом слайде я говорил, что я являюсь куратором направления разработки программного обеспечения в Академии ШАГ. Немножко прорекламирую вам наш курс. Что у нас происходит на первом семестре? Собственно, мы занимаемся на первом семестре подготовкой людей.
мы готовим их мыслить алгоритмически. Это достаточно серьезная задача, большинство студентов ломаются именно на ней. Если вы что-то учили и у вас что-то не получилось, возможно, вы будете, возможно, вам будет еще тяжелее, чем люди, которые придут, и у них вообще не было никаких познаний в IT-области. Они будут для нас чистый лист, и, собственно, мы их можем научить, но нам не придется их ломать. Ломать в кавычках. Мы делаем упор на алгоритмическое мышление, изучаем объектно-ориентированное программирование, и самое простое, учим думать как программист. Что такое думать как программист? Самое простое, что я могу сказать, это считать с нуля. Если вы уже начали считать с нуля, значит вы уже почти думаете как программист. Хорошо. У нас есть очень много историй успеха, вот некоторые из них. Люди к нам приходят, собственно, некоторые уже с какой-то определенной целью, вот по тому алгоритму, который я рассказал, и выбирают конкретное направление, либо какой-то конкретный спецкурс. Вот наша разработка программного обеспечения, достаточно основательный курс, он длится 2,5 года, и мы готовим именно основательно программистов. У нас стек технологий включает все сферы программирования. В большинстве своем мы разбираем весь .NET, немножко Java, PHP, Android. И база у нас строится на всемирно признанных языках. Это, как ни странно, C и C++, но у нас есть так называемые мосты, которые позволяют людям не из IT-университета и не из IT-области очень быстро влиться в C++. Это наша фишечка, я о ней вам не буду рассказывать. Если вы к нам придете, вы увидите, как это происходит. Собственно, у нас 22 октября будет день открытых дверей, 12:00, можете к нам прийти, у нас там будет презентация по каждому курсу, вы можете пообщаться с преподавателями, вы можете походить по аудиториям, посмотреть, как идут занятия и так далее. Будет очень интересно, приходите. Собственно, спасибо за внимание. Приходите к нам, у нас есть печеньки. Если у вас будут вопросы, вы можете задать их сейчас, а также можете задать после моего доклада в кулуарах, найти меня. Я готов ответить на все интересующие вас вопросы. Мой доклад был немножко мотивирующим. Я готов вас помотивировать еще после доклада. Поэтому подходите, не стесняйтесь.